Дело в том, друзья, что, во-первых, мало того, что они сильно ржавые, видите, между ними уже сыпется все. Поэтому я не решился делать на этих старых. Вот это более-менее выглядит нормально. Ну, я же не могу здесь 4 поставить новых, а здесь 4 оставить старых. Поэтому я купил все новое. Все 8 рессор я купил новые. Новые хомуты, новые вот эти снизу прижимные пластины, гайки, все новое. Все будет новенькое. За исключением вот этих осей. И вот эти оси мне нужно все будет разобрать, барабаны. Смазать, проверить, чтобы все крутилось. Ну и, естественно, все это зашкурить, зачистить, загрунтовать и покрасить. И только тогда я смогу это поставить на раму. Ну, до рамы, конечно, еще как до зимы. Вот таким вот, друзья, способом, буквально за 1 минуту, снимаются вот эти вот тормозные колодки. Так, друзья, пока там мяско жарится, я вам покажу, что я тут, значит, намудрил.
Пришли мне трубы, как вы видели, в коробке. И вот я уже их насадил на две оси, потому что эти оси немножко тоньше. Они у нас по толщине 2,3 восьмых. Поэтому вот эти трубы 2,5 в середине, они сюда зашли. А вот сюда, здесь ровно 2,5 труба. И там 2,5 внутри. Плюс тут внутри есть еще такой шов. И вот я думаю, что мне придется их немножко растачивать. Во-первых, растачивать, чтобы шов убрать. А второе, чтобы снять пару десяток внутри, чтобы налезли вот эти трубы. Можно было бы, конечно, вот эти трубы немного грайндером стесать, болгаркой. Но чем мне болгаркой играться, когда у меня есть токарный станок? Значит, что у меня получается, что здесь они зашли, вот здесь вот зашло 4 и 1 четвертая. 100 миллиметров сейчас у меня есть внутри вот этой вот оси. Ось зашла вовнутрь на 100 миллиметров с каждой стороны. А почему именно столько? Потому что вот видите, по бокам такие палочки я прикрутил. С трубцинами прижал две такие рейки по бокам колес. С этой стороны и с этой стороны. Для чего? Для того, чтобы понимать, сколько у меня ширина колес будет. И вот сейчас у меня ширина колес. Я зацеплю сначала за палку, но на самом деле я меряю от палки. Я меряю на самом деле вот так. Ну просто, чтобы сейчас рулетку размотать, я зацеплю вот таким образом. Итак, я разматываю рулетку. И у меня получается за палкой получается у меня 100,3 восьмых. Но если я там перекину рулетку перед палочкой, вот таким вот образом, то у меня получается здесь и здесь перед палочкой, то у меня получается 100. 100 туда-сюда, 1 миллиметр, неважно. Почему 100? Потому что максимальная ширина прицепа 102. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, 102. Это максимум, что можно на дорогу выезжать. То есть получается, что у меня будет сам прицеп шире на 1 дюйм, на 25 миллиметров. 25 миллиметров будет шире с каждой стороны, чем колесо. Надеюсь, я понятно объяснил. Вот. Ну а раздвинув вот таким образом, зафиксировав это все здесь, высчитал, у меня получилось, что между центрами пружин будет 76. Видите, 76 по центрам пружин. Вот теперь я знаю, какой у меня будет ширины рама для пружин. 76 по центру. Вот такой вот получается бутерброд с осями. Все это будет вариться, обвариваться. Но это я потом все еще покажу вам.